Представители Хорека призывают власти пересмотреть ограничения. В открытом обращении к руководству страны и столицы ассоциация мэр подчеркивает, что на фоне снижения заражений ковидом действующие правила носят дискриминационный и антиконкурентный характер по сравнению с другими видами экономической деятельности, которые работают в обычном режиме и предоставляют услуги, аналогичные общепитовским. В ассоциации мэр отмечают, что продажи в секторе упали на 40% из-за сокращенного графика работы, а деятельность в полсилы приводит к потере клиентов. Представители сектора Хорека просят Национальную чрезвычайную комиссию общественного здоровья, в том числе Кишиневскую, вернуться к обычному режиму работы кафе и ресторанов и разрешить заполнять 75% всех посадочных мест в заведениях вместо 50%. De 50% în codron și să fie majorată la 75%, bazându-ne pe creșterea numărului celor imunizați pe municipiul Chișinău. Și nu vrem să ne trezim în situația în care refuzăm accesul în local unei persoane vaccinate din cauza restricțiilor de 50% din locuri. В ассоциации владельцев ресторанов отмечают, что сфера общепита не первый год балансирует на грани, но повышение счетов за газ и отопление ударило по многим заведениям, а потому им нужно хотя бы дать возможность заработать хоть что-то. De aceea sperăm că chiar dacă guvernul nu poate să dea niște măsuri de susținere simțitoare pentru business, cel puțin să îi lasă în pace să lucreze. При этом рестораторы обещают и дальше соблюдать запрет на танцы, веселые игры или другие мероприятия, приводящие к скоплению людей. Напомним, в ближайшие дни состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения для обсуждения эпидемситуации в стране.